В ночь с 23 на 24 июля в Каспийске специалисты городских электросетей и Россетей производили установку нового трансформатора мощностью 63 мегаватт взамен на старый 16 на электростанции 110 киловольт, которая обеспечивает электричеством около 50% населения города. Это стало возможным благодаря руководителю региона Сергею Меликову, который поддержал инициативу главы Каспийска Бориса Гонцова в связи с частыми перебоями электроснабжения. С самого утра Борис Гонцов лично проверил результаты начала установки. Как отметил главный инженер Каспийских городских электрических сетей Абдулла Чинов, новый электрообъект временно будет запущен на половину мощности, то есть 31 мегаватт, так как многие электросети находятся в многолетнем изношенном состоянии. Таким образом, город получит в половину больше электричества по сравнению со старым 16-мегаваттным трансформатором. Последние несколько лет имела место проблема, связанная с перегревом вот этого данного трансформатора, который мощностью обладал 16 мегаватт, взамен которого мы сейчас ставим 63, но сейчас пока будет использована половина его мощности. То есть в результате его запуска в эксплуатацию мы на место 16 мегаватт получим 31,5. Ну, почти два раза мы увеличиваем эту мощность. Тем самым мы снимаем проблемы, связанные с нехваткой мощности на этой подстанции. Но у нас остается проблема, связанная с перегрузом по отходящим линиям, то есть по количеству фидеров, по их загруженности. С этой проблемой, чтобы решить, мы с главой города Борисом Ивановичем поехали на подстанцию, которая называется «Берег». Это ближе к поселку Кирпичному. Целью выезда стала необходимость определения возможностей для расширения подстанции «Берег» либо строительства новой. По словам специалиста, ввод в эксплуатацию нового энергетического объекта позволит снизить нагрузку на фидеры. На данный момент план реализации и его пути находится на стадии согласования. Помимо этого, планируется также замена электромагистралей.